Привет, когда вы с вами Стас Сын, и сегодня у нас ролик в тему. Кто давно на нашем канале, он знает, что ничего просто так я не снимаю. Все ролики связаны в одну цепочку. Познание автомобилей, получение грамотной информации. Недавно я показываю ролик, как мы ездили в Альметьевск всей семьей на платный пляж. История про этот пляж уже есть в роликах. Но почему я рассказывал про эту историю и показывал расходы бензина? Потому что после этого ролика мы должны были поехать в Уфу, но Уфа у нас пока откладывается. И один из наших подписчиков, который живет в Альметьевске, написал, что да, пляж платный стал плохим, и поэтому нормальные пацаны из Альметьевска теперь ездят на платный пляж по Знакаево. Знаете, что такое Знакаево, что такое Альметьевск? Набивайте окей, Google, это Республика Татарстан. Что такое Республика Татарстан? Это правила, радары, это везде ограничения. Поэтому получается, у нас получается тест в таких же условиях, тем же составом, той же массой, но на новом масле в двигателе и на новом масле в механической коробке. Для чего нам это все было нужно? Чтобы понять, как влияет хорошая смазка на ваш автомобиль. И первые результаты налицо. Мы приехали в Знакаево, это не так далеко, дорога была не загружена, было 3-4 обгона бензовоза. Расход сейчас вы видите. Приезжаем там уже к открытию, к 10 часам дня уже стоит около 70-60 человек. Мы были в конце очереди, занимаем очередь, проходим на пляж, и пляж наш приятно удивляет. Большая территория, много лежаков, я занял лежаки, мы с собой привезли, как всегда, как шкодоводы в своем багажнике, складные стульчики, зонтик, зонтик там проблема, мы поставили зонтик, купаемся, прелесть. Один косяк, это каменные полы территории, нагревается на количестве сланцев. Другой косяк, это не такая хорошая вода. В воде применяются реактивы, которые не очень приятны при попадании в рот и при попадании в глаза. Россия есть Россия. На дне были загрязнения, но сначала все было окей. Плаваем. Потом из-за того, что народу стало больше, взвесь взбилась и поднялась кверху. К 3 часам дня, по-нашему, там уже было плавать уже грязно. Мы собрались, уехали. Но мы получили расход по приезду туда уже лучше, чем предыдущие. Предыдущие расходы были минимум был 6,2 литра. Сейчас тем же составом, примерно в тех же условиях, мы получаем уже меньше расход. После этого мы приезжаем по пути, заезжаем в одну татарскую деревню, там к родственникам жены, и получаем еще расход. Итак, результат налицо 5,3, тем же составом, примерно при тех же скоростях, даже если не больше. Мы сейчас приехали в деревню к родственникам жены. И как видим, новое масло в коробке в двигателе работает. Работает на снижение расхода топлива и на улучшение технических характеристик вашего транспортного средства. Улучшение это точно. Приезжаем уже к себе домой, получаем третий расход, который наглядно показывает, что хорошая смазка вашего автомобиля уменьшает расход топлива, потому что бензин тот же сотый, количество людей тоже, два взрослых, подросток и двое детей, полный багажник вещей, потому что мы еще возили вещи в деревню, отвозили такие два огромных баула, отдавали там малолетним детям, как вот, у меня ребенок вырос, и эти мои вещи, игрушки отдали родственникам. Все, что и требовалось доказать, та же методика езды, также, где был знак 70, мы шли на круизе 90, где знак был 60, шли на круизе 60, 3-4 обгона и была небольшая пробка, но в прошлый раз там была пробка 30-40 минут, здесь была пробка 15 минут, работа на холостых и наглядно расход 5,2 литра с полной семьей на механике. И сразу скажу, все вот эти любители формы V8, закройте свой рот со своим вонючим 8-ступенчатым автоматом, вы не сравните, здесь 6 ступеней. Почему у вашего автомата японского Эйсен, который якобы такой супер-пупер современный, ни разу не современный, современные коробки уже там 10-ступенчатые, есть 12-ступенчатые коробки. Почему? Потому что им нужно бороться за уменьшение расхода. В чем нюанс? На 8-й ступени у вас будет примерно 1300-1400 оборотов. На 6-й ступени у меня ближе примерно к 1800. Поэтому на 6-й передаче будет больше расход, чем у вас на 8-й. Но когда вы будете делать обгоны, такие обгоны, как делаю я, например, в переходе на третью, иногда с выходом на вторую, у вас этот ваш автомат, он будет жрать под 9-10 литров на трассе. Потому что это автомат, а не DSG, роботизированная коробка.
А автоматы, они всю жизнь будут жрать, потому что они не способны для энергичной езды. Он будет закидывать вас ступени вниз, вы нажимаете, он не едет, нажимаете дальше, он падает ступени. Как переключать ДСГ? У меня есть на ТикТоке ролик, как переключать ДСГ незаметно. С пятой бах, чуть ли не на вторую, поперли. А то вот пока будет там с восьмой перехлистываться будет, со своими алгоритмами японскими, там, доделанными вагом, то тут, я уверен, тут очень будет такая плачевная ситуация с разгоном, будет плачевная, и плачевная ситуация будет с расходом топлива. А плюс к тому, что мы до сих пор не знаем, есть ли там ли доп. Охлаждение у этого японского Эйсона, стоит ли там доп. Радиатор, или охлаждение включено в общий контур. Если в общий контур, то это полнейшая ерунда. Не просто так они занесли скрытые функции температуру масла, которую можно открыть, активировать на ЖК-приборке, чтобы вы видели, что скоро ваша маслица сдохнет. А маслица вы, если будете менять по регламенту, и будет там еще раньше хана. Поэтому нужно взять в нашем проекте наша Шкода А8, в котором мы собираем средства добровольного пожертвования на покупку Шкода Октавия А8 двухлитрового на ДСГ. И покажем вам правильную эксплуатацию, потому что по 1.4 я вам раньше рассказал. Но 1.4 мы не бросаем, у меня вот здесь 1.4, у знакомых 1.4, есть коробки на 1.4. Все будет продолжаться, но нужна ваша помощь для сбора денежных средств. От вас, товарищи, лайк, подписка. И смотрите, 1 июля будет первый ролик из серии «Новое масло», про новое масло в двигатель. Потом через неделю будет ролик про новое масло и качественную замену масла в коробке. Там есть нюансы, надо смотреть. Смотри умнее, будем умнеть вместе. Лайк, подписка, до свидания.